Сергей, привет. Привет, Галочка. Расскажи, как твои дела, как для тебя прошел ретрит, очередной ретрит Светланы Лавровой, на который ты приехал? Неожиданно. Неожиданно? Неожиданно, да. Я не думал, что меня так прорвет. Неожиданно почему? Расскажи. Неожиданно, потому что вот меня попросили спеть песню, и у меня как будто ком в горле встал, я не мог слова сказать. И вот мгновенно, вот в одну секунду, не то что секунду, мгновенно казалось, что потекут слезы. Ну что ты, что ты имеешь в виду, потекут вот слезы? Когда, ну вот когда после проработки, после проработки каждого человека просят, ну, сделать что-то близкое ему. Вот мне близко это пение. И я, меня попросили спеть песню, тут, которую я чувствую, у меня в запасе много песен. Я встал, начал петь, и вот у меня как будто вот в горле вот комок, и я слова не мог сказать, и слезы начали литься, понимаешь, и я их как-то вот искусственно пытался сдерживать, потому что нужно было какой-то звук издавать. Вот, и текст позабывал там, в общем, накосячил много. Но люди сказали, что получилось от души. А как это связано с проработками, с процессами твоими внутренними, которые с тобой произошли? А вот какое-то вот мгновение пошло, когда вот чувствуешь, что такое душа. Что такое от души? Не просто так вот выучил, как биоробот, запомнил там, спел, даже с интонациями. А вот пошло что-то такое вот из души. Вот совершенно другое значение слов. Вот любовь, люблю, вот это вот все, оно совершенно по-другому воспринималось мной, вот эти вот слова. И мне показалось, что что-то где-то с чем-то я соединился. Помощнее. А перед тем, как ты взял вот слово и стал петь, вы разбирали какую-то твою ситуацию? Да, разбирали мою ситуацию. Это была какая-то для тебя значимая ситуация, глубокие переживания? Вот я не знал, что она для меня значит, эта ситуация. Но, как оказалось, она где-то в глубине души сидела. И вот Светлана вскрыла во мне это. То есть ты уже не первый раз приезжаешь на ретрит, но до этого вы этой темы не касались, вы не открывали этот момент. Да, этот момент. И сейчас это произошло. А сейчас это произошло, и вот что-то вот там щелкнуло, вот как Светлана говорит, щелк и все. Вот, и понялось многое, и я доволен, И потом у меня получился опыт хороший с неедением тоже. Я полтора суток был в неедении, потом поел слив. Ну, испугался, что в организм ничего не выведет, поэтому съел сливы. Ну, прорвало, легче стало. Опять полтора суток у меня было без еды, без воды. Потом чайку попил, и опять и сейчас мне не хочется есть. Я не знаю, что с этим делать. Ну, может быть, отдаться этому чувству. Наверное, так и сделаю. С чем уезжаешь домой? Что ценного с собой забираешь? Ой, много чего. Много ценное, много набрал. Главное, что уверенность появилась внутри. Уверенность в завтрашнем дне, уверенность в том, что я могу, уверенность в том, что я хозяин своего положения. И толчок такой был, пинок в зад мне от Светланы. Хозяин положения, это означает, что есть какие-то ситуации, которые ты обозрел с точки зрения того, что ты можешь что-то здесь предпринять, да, как-то изменить, что есть какая-то твоя сторона. Да, конечно, то есть весь мир принадлежит мне, я могу его менять, я могу менять свою событийность и так, как я хочу. И притягивать к себе все те вещи, которые мне хочется, а не то, что вот навязывает этот мир. То есть я еще больше укрепился в том, что я думал, здесь убедился, и многое раскрылось. Потом Света рисовала, так вроде как она не художница, но так она доступно все рассказала, как душа соединяется с высшим я, и что для этого нужно делать, чтобы расширить это соединение. То есть мне стало многое понятно. А что бы ты мог напутствовать сам себе вот из сегодняшнего дня, прямо при свидетелях, при этой камере, там вот и Сергею. Ты сейчас провокацию мне даешь, как это я. Который посмотрит это видео, через какое-то время ты случайно найдешь его на канале Светланы. Ничего не хочу обещать. Отправь. Вот. Послание самому себе? Да. Послание самому себе. Конечно. Ну, возьми себя в руки. Задавай себе всегда вопрос,
перед тем, как сесть покушать, а хочу ли я есть. Всегда. Это главное. И продолжай заниматься тем, от чего ты кайфуешь. И все тебе приложится. Чем выше профессионализм, тем больше желающих этот профессионализм привлечь, купить. Я благодарю тебя за отзыв. Я благодарю тебя за то, что ты приезжаешь, за твое доверие, за твою динамику, вот за твои открытия. И затем за то, что ты делишься с нами и со мной, и вот со всеми, кто посмотрит это видео. Спасибо большое. Всем тоже спасибо.